Муна разрушена. Его армии гибридов повержены. И все же, в какой-то момент мы были на грани гибели. Мы выстояли благодаря смелости одного тамплиера. Среди тьмы отчаянную надежду. Каракс Искхалаев, ты был рожден в касте ремесленников. Но сейчас передо мной стоит воин. Ты показал, что эпоха каст подошла к концу. Отныне мы все тамплиеры. Иерарх, я запустил новую подсистему корабля. Ты можешь настроить ее в солнечном ядре. Блин, классно его сделали тамплиеров. Ну, точнее, раньше у них были касты, сейчас у них все равны, все на равных. Ну, короче, как при коммунизме, которого не было. Ха, какое самомнение. Сколько уверенности в том, что можешь управлять тем, чего не понимаешь. О, тираны всегда этим грешили. Подберись к черной дыре слишком близко, и от тебя ничего не останется. Когда-то мы также думали о Талдаримах, Аларак. Мы считали вас бездумными, безропотными рабами. А мы считали вас слабыми, нечистыми и недостойными уважения. И вот теперь мы сражаемся вместе. Возможно, с корпусом Мёбиуса мы действовали слишком поспешно. Мог быть и другой путь. О, тамплиеры, я смотрю, вы просто не можете в себе не сомневаться. Нет, Артанис, истребление стало для них актом милосердия. После гибридов спасать уже некого и нечего. Угу. Ну как-то здесь темновато на самом деле. Это победа, заслуга Каракса. Это да. Одного за другим мы сокрушим всех врагов. Будет видно, но надеюсь, так и будет. Разведка сообщает, что войска Доминиона пытаются сдержать наступление Золотой Армады. Несмотря на их усилия, множество систем уже потеряны. Блин, может им помочь? Надеюсь, смерть принесет этим тиранам покой. Я бы не был в этом так уверен. Каракс показал, на что он способен. Из него выйдет настоящий тамплиер. Согласен. Рхана! Я вижу правду, Артанис. Правду, которую скрывает Амун. Пока его собратья дремали в тысячелетнем сне, Амун и его последователи высадились на Айюре. Они ускорили развитие нашего народа. Стали для нас учителями. Богами. Он модифицировал нашу эссенцию, но затем потерял над нами контроль. Он и его последователи бежали на Зерус, чтобы создать там зергов. Гибриды стали кульминацией его усилий. Искусственные зелнага, созданные по его подобию. Их нам нужно... Рахана! Это слишком опасно. Остановись! Это мой долг, Иерарх. Я должна узнать правду, принять ее. Теперь я понимаю, в этом мое предназначение. Так вот, я, кстати, в прошлые разы, по-моему, говорил, что походу он один из Зелнага, и я что-то как-то запутался, и, по-моему, он действительно был из Зелнага, и мы это знали уже давно. Но, возможно, что-то я просто не знаю. Либо я что-то забыл. Что я хотел сказать, она сейчас нам объяснила очень интересный факт, то что как бы мы должны были, ну если учитывать то, что мы находимся в вселенной Старкрафта, как бы, да, мы должны были, как протосы и как зерги, сами по себе развиваться и в итоге прийти к Зелнага, после чего открыть их от тысячелетнего сна и многосотен тысячелетнего. И, собственно говоря, как-то... Хранитель. Мне не нравится, когда ты так пристально смотришь на меня.
Я вновь переживала старые воспоминания. Вас неразимо заклеймили как еретиков, но я не вижу в тебе зла, которого боялся Конклав. Невежество и злоба разделили наши народы. Чтобы жить вместе, мы должны принять друг друга такими, как есть. Все мы протосы. Варазун, я не очень-то люблю, когда меня перебивают, а я рассказывал как бы что-то интересное, наверное. Ну так, в общем, зерги и протосы изначально должны были прийти как бы к высшим Зелнага, да, и как их дети заменить их на посту и, скажем так, стать самими Зелнага. Но тут тоже маленькая нестыковочка, как они могли это сделать, если до этого зергов не существовало. То есть, это именно Амун создал зергов. Рахана, ты не могла бы взглянуть на эту тактическую схему? Я должна быть уверена, что ничего не упустила. С удовольствием, матриарх. Она будет меня до скончания века перебивать. Ладно, фиг с ней. Линейные корабли пришвартовались к копью Адуна. Сделай выбор, иерарх. Ну что ж, посмотрим, что нам дали в колоссах. Нам дали Странника Гнева. О, это эти веселые ребята. А, может преодолевать уступы, но это понятно. Наносит большой урон одной цели. То есть он чисто, знаете, вот так вот стреляет именно. А также атакует наземные и воздушные цели. То есть не только наземные. Это круто. Но знаете, в чем проблема? Да, не веселые ребята, но колоссы все-таки... Как были им бои, так им бои остаются. А, и да, простите. Линейные корабли пришвартовались к копью Адуна. Сделай выбор, иерарх. Вот, у нас есть стандартные авианосцы. Чинит дружественные механические боевые единицы. Перехватчики атакуют наземные воздушные цели. Им, короче, добавили автопочинку. И они стали еще больше имбой. Доблесть живет в веках. Мои дорогие ураганы, как я вас давно не видел. Значит, выбранному строению болевой единицы противника 500 единиц урона в течение 20 секунд. Существенный урон с большого расстояния, дезинтеграция наносит противникам периодический урон. И дела. А ураганы очень балансная штука. Сами по себе, если на вас идет армия ураганов, ну, вам будет довольно сложно с ними как-то работать. Хотя... Не знаю, но в общем я выберу все-таки авианосцы, потому что хоть они и медленные, но они тоже имба. Иерарх, чистильщиков впечатлил твой дар лидера, и они готовы поразить Амуна в самое сердце. Мой друг Феникс, их также поразило и твое дарование. Да. Они решили принять мое командование. Роль лидера для меня в новинку, как и все остальное. Я не стремился стать иерархом. Я не был уверен в этом выборе. Наверное, были более достойные кандидаты. Не попадай в ту же ловушку разума, что и я. Чистильщики не просто так решили последовать за тобой. Так же, как и Делаамы решили последовать за мной. Неуверенность в себе только мешает принимать верные решения. Ты прав, иерарх. Ты говоришь, как настоящий лидер. Коим, надеюсь, вскоре и ты станешь. Исследования продвигаются все медленнее. Боюсь, мне потребуется дополнительное время. Ну что ж, ты его получишь. У тебя есть все время, пока нас не поджарили. Расшифровка данных ключа сводит меня с ума. Пока я не найду некой отправной точки, любая интерпретация будет уникальной и в то же время допустимой. Проблема. Мне кажется, у тебя большая проблема с этим в таком случае. Тебе по плечу деяние тамплиера, Каракс. Я посвятил свою жизнь созиданию. Моим полем битвы всегда была мастерская. Моими врагами — технические неполадки. Я, в первую очередь, фазовый кузнец. И всегда им буду. Но времена меняются. И даже тот, кто не родился тамплиером,
может стать им через свои деяния. Тогда приготовься, тамплиер. Ты нам нужен. Эй, я все-таки фазовый кузнец. Давайте я лучше посижу где-нибудь здесь и останусь в безопасности, в принципе. Ну ладно, пойду в бой, чё, раз так надо, так надо. И вот нам дали последние способности. Это луч воздаяния. Копье Дуна стреляет по наземным целям лучом, наносящим 750 единиц урона. 1500 урона бронированным целям в течение 15 секунд. Луч автоматически наводится на цели, если ими не управляет вручную. Остановка времени. Все боевые единицы и строение противника застывают во времени на 20 секунд. Круто. И солнечная бомбардировка. Проводит бомбардировку местности, при этом 200 случайных выстрелов поражают цели в указанной области в течение 15 секунд. Каждый выстрел наносит 15 единиц урона по области. Блин, это круто, я вам скажу. И что-то я, по-моему, здесь хотел взять. Перегрузка матрицы, когда дружественные войска находятся в поле действия пилона, их скорость передвижения повышается на 25, скорость атаки на 15. Кстати, хорошая способность. И... смертельный урон, а здесь луч воссоздания. Ну, короче, автоматически восстанавливает поврежденных юнитов. В принципе, я думаю, что здесь вот, наверное, как-то, знаете, я даже не знаю. В принципе, вот здесь все вот эти вот хорошие вещи. Потому что это мобильность, перегрузка матрицы, ну, то есть мы у пилона, мы раскладываем, получается, часового, и у нас тоже эффект пилона работает, если я правильно понимаю. Это тоже имбалансно в этом случае. О, ну что ж. И что на этот раз? Ничего, я к тебе вообще не обращался. Пояс Ривана пал, и это привело к появлению новых тамплиеров. Однако ситуация с Талдаримами по-прежнему беспокоит меня. Мы пошли на риск, связавшись с Алараком. Тассадар, друг мой. Как бы ты поступил, а ты, Зиратул, позволил бы мне это сделать? Но ответ не важен. Если с помощью этого союза мы сокрушим армии Амуна, то он необходим. Ну что ж, полетели. Целая армада. Флот смерти под началом Амуна, призванный истребить все живое в этом секторе. Нам следует поторопиться. Ракшир. Ритуал захвата власти через поединок. Не терпит спешки. Он требует тщательной подготовки. Мы на орбите враждебного мира и на мушке у целого флота. А ты говоришь о подготовке? Я собираюсь занять место Малаша, правителя целого народа. И ты мне поможешь. Взамен Талдаримы выйдут из войны. Таков наш уговор. Чтобы это свершилось, нужно соблюсти все традиции. Эта сделка нравится мне все меньше. Я надеюсь, дадут поуправлять Алараком, потому что если нет, это будет немножко обидно. Посмотрим, что нового нам ребята расскажут. У Талдаримов странные обычаи. Я не могу себя заставить болеть за Аларака. Однако и поражение ему я тоже не желаю. Что-то у нас ключ Зелнага как-то мало с ума сходит. Впитывает энергию. Ключ резонирует с энергией пустоты, источник которой находится под нами. Нам нужно провести дополнительные исследования. То есть мы наконец-то нашли источник, отлично. Откуда на Слейне взялся источник энергии пустоты? Неужели гибриды? Боюсь даже представить, что нас ждет внизу. Ну, точно ничего хорошего. В любом случае, у нас выбора не особо много, как бы.
Я изучил талдаримские боевые машины. Они полностью повторяют технологии Кхалаев. Единственное отличие — используемые материалы. Как это им удалось? Издавна ходили легенды о кораблях, не вернувшихся из космоса. О пропавших флотилиях. Я слышал эти легенды. О яростных призраках прошлого, которые выжидают удобного момента, чтобы напасть. Представь, что все это время мы, сами того не зная, воевали против талдаримов. Это бы многое объяснило. Незавидная судьба. Не знать радости собственных изобретений, воруя чужие. Это просто жалко. Хорошо, он их так чуть-чуть и опустил, и пожалел. Артамис, Золотая Армада опустошает сектор. Я знаю, что в открытом столкновении мы не выстоим, но это нужно прекратить. Согласен. Что расскажешь сегодня в разум? Многие талдаримы нас по-прежнему ненавидят. Я должна заботиться о безопасности своего народа. Что нам делать с этим Алараком? Он крайне неприятен. Это да. Но у нас нет выбора, по крайней мере, пока. Я многое понимаю в действиях талдаримов. Их рвение. Стремление услужить своему богу. Чего я не понимаю, так это почему Амун так просто решил отвернуться от своих верных союзников. Почему, несмотря на их абсолютную преданность, Амун решил ими пренебречь? Он не остановится ни перед чем, Артанис. И горькая правда состоит в том, что ему не нужны союзники, кроме гибридов. Он считает, что прервет цикл насилия, а на самом деле принесет лишь вечность ужаса. Такие вот дела. Ну да, печально на самом деле. Ладно, поговорим, собственно, с Алараком. Я хочу узнать больше о Ракшир, вашем ритуальном поединке. Чтобы понять Ракшир, ты должен вначале осознать суть цепи Вознесения, которая ведет к Амуну. Каждый из нас связан его волей и волей того, кто стоит над нами. Однако существует способ вознестись. Клинком и кровью любой талдарим может подняться на ступень выше своего текущего круга. Посредством этого ритуала отбираются те, кто достойны вознесения. Те, кто смогут исполнить волю Амуна. Значит, Малаш, сильнейший представитель твоего рода. Так считают, но он еще не вступал в схватку со мной. Угу. Как и ты еще не вступал в схватку с ним? В общем-то, как-то двояко, его самоуверенность слишком велика. Для ритуала Ракшир нужно, чтобы приготовления были завершены в соответствии с древними предписаниями. Собери воинов. Малаш наверняка попытается вмешаться. Окей. Ну, нам дают излучатели пустоты, что просто замечательно, это офигенная штука, но у них будут вот эти печальные ребята. Это стражи Малаша. Убейте их, чтобы я смог приступить к ритуалу. Если так нужно для дела. Смотрите, что это за туман? Тирозин. Он периодически поднимается из недр Слейна и приближает нас к пустоте. Пока газ на поверхности, войска Амуна могут переходить в наш мир.
здесь они не обладают всей мощью, но все равно их натиск будет безжалостным. Мне казалось, ты говорил о верной победе, Аларак. Ты ведь любишь трудности, разве нет? Хорошо. Мои войска нападут на стражей, когда поток газа ослабнет. Пока все заполнено тирозином, нам придется держать оборону. И нет, друг мой, как раз таки наоборот. Мы будем с тобой нападать именно в тот момент. Скоро тирозин поднимется на поверхность. Будьте начеку. Так вот, наша задача до появления тумана осталась буквально чуть-чуть, и нам нужно как раз-таки уничтожить. Ира, наши звездные врата теперь могут вызывать излучатели пустоты. Они идеально подходят для перехвата врагов в бою. Отлично. Они нам пригодятся. Замечательно, тем более у них буст. То есть они еще быстро двигаются, Айва. И плюс они довольно нехило атакуют. Замечательно, ладно, пока что мы с вами не будем этого делать. Мы не будем ничего предпринимать. И у нас есть, кстати, луч воздаяния. Да, что-то как-то я о нем чуть-чуть забыл. У нас очень классно добывается виспен, но... Ладно, туман. Я голос затмений. Интересно, откуда будет? Врата между этим миром и пустотой начали отворяться. Скоро сюда прибудет армия Амуна. Ну, я думаю, я буду готов ее встретить. Пробудился. По крайней мере, пока мы развиваемся. Не хватает минералов. Войны пробуждаются. Посмотрим, как у нас туман рассеивается через 2 минуты. Пустота. Что такие вот дела. Давайте уничтожать вот эту гадость. Замечательно. Не очень нравится, что меня так сильно побили на самом деле. Это довольно сильно, это довольно неприятно, но что сделаешь? Что сделано, то сделано. Довольно сильно. Нас бьют. Ладно. Ладно, ладно, мои дорогие друзья. Думаю, что я смогу что-нибудь придумать. Очень разумно. Пока что все хорошо. Ну, более или менее. Естественно, но. Мы подварпливаем понемножечку наших юнитов. Естественно, мы сейчас будем раскачивать нашу базу. Надо, кстати, сделать... Вот так, замечательно. И продолжать строить пробки. Попутно улучшая. Все-таки закончим улучшение побыстрее. Заманчиво. Пока что так. Так, подстраиваем еще. Замечательно. Подстраиваем пилон. Замечательно. У нас довольно-таки внушительная армия. Давайте попробуем сходить как раз в эту сторону. Убить псов, убить Иморпова. Забрать весь пен, пробежать сюда. У нас есть 40 секунд на то, чтобы истребить первого веселого чувачка. Улучшение завершено. Надеюсь, я успею это сделать. Тени. Заманчиво. Пусто. Ты пришел, чтобы узреть конец? Это не конец, но начало. Так, телепортируем нас. Окей. Ну, я просто хотел сделать ачивку, ребята. Я просто хотел сделать ачивку, ни больше, ни меньше. Стражи охраняют святилища. Пусть их смерть будет медленной и мучительной. Вот, я еще раз повторюсь, я просто хотел Мои сделать ачивку. Воины никогда не забудут о чести, даже сражаясь за тебя. Так или иначе, сначала нам нужно укрепить защиту. А вот, да, действительно, защита нам нужна. И нападают на нас пока с одной стороны. Но я надеюсь, что скоро это изменится и все будет хорошо. Так или иначе, нам нужно как-то все-таки улучшать наших юнитов, достраивать еще больше народу. Давайте пока. До следующего тумана довольно долго. Пойдем истребим вот этих врагов. Я не буду.
Если что, телепортнемся обратно. Я думаю, что это будет не сильно сложно. Главное, что я сделал ачивку, и для меня это весело. Мне удалось просканировать материнские корабли Талдаримов в этом регионе. Они перевозят Саларит. Вон оно что. Не думаю, что Аларак будет возражать, если мы избавим их от лишнего груза. Но мне кажется, наоборот будет возражать. Ну ладно. Вот лазер, кстати, на нас не работает. Это хорошо. Так, замечательно. Здесь только сталкеры. Окей. Ну, то есть нам придется обходить. Хорошо. Попутно. Что мы можем сделать попутно? Давайте мы наспаем еще зилутов. Мы вступили в бой с противником. Отводите, пожалуйста, войска. Ай-яй-яюшки. Ай-яй-яюшки. Зилуты, бедняги. Так. Умирают весело. На самом деле это ни хрена не весело, потому что мне их дико жаль. Окей. Я не буду служить тебе вечно. Мы едины. Я сердце тьмы. Замечательно. У нас еще одну возможность поставить базу. Хорошо. Это просто круто. Это просто замечательно. Будь по-твоему. Очень классно то, что можно вот так путешествовать небольшими отрядами. Крадущиеся тени. Не сильно, так сказать, углубляясь во все это дело. Я не буду служить. Это очень круто. Вечно. То, что здесь довольно-таки сильные миты, которые могут уничтожить все и вся. Я и до тумана осталось совсем чуть-чуть. Заманчиво. Надо за этот момент подварпить нам с вами несколько зилотов и начать уже все-таки строительство излучателей. Точнее. Воин, ну, поняли. Пробудился. В общем, грелки нам нужны. Определенно. Без грелок мы никуда не попадем, тени. Ничего не сделаем. Будет вообще все очень плохо. Я не буду давайте, друзья мои. Пригодятся тебе. Хорошо. Оп. Фигушки. По-твоему. Фигушки, фигушки, фигушки. Очень так. Разумно. Зилки просто замечательно все вырезают. Крадущиеся тени. Вот здесь будет немножко сложновато. Ну ладно. Надо контролить. Все, отлично. Хорошо. Я думаю, будет сложнее. Возможно, сложнее будет здесь. Впрочем. Давайте сделаем вот так, просто ради фана. Мы все ближе к пустоте. Готовь воинов. Закончился у нас. Сильнее, чем мы думали, перворожденный. Сильнее, не сильнее, но я вас убил. Еще один страж пал. Завораживающее зрелище. Это так. Если тебе так это нравится, может, поможешь нам? Ты же понимаешь, что мне надо беречь силы для боя с Малашем. Конечно, конечно. Мой дорогой друг, как я мог забыть о том, что тебе нужно беречь силы? Ладно, замечательно. Здесь базу мы отбили. Давайте возвращаемся обратно домой. И что мы делаем? Что мы делаем? Естественно, мы строим защитные сооружения на случай атаки. Тем более, что у нас борода курал, ребята, как бы. На все и вся. Поэтому курим бороду. Куралим юнитов. Все замечательно, все хорошо. И он, естественно, будет атакован операцией в данном случае. Ну, не сильно. Не сильно как-то проблемно. Так, нам нужно будет сейчас построить сталкеров в скором времени. Желательно довольно большое количество. И мы посмотрим, насколько мне это удастся. А, так, ты пошел добывать, да? Нет, построй мне, пожалуйста, во-первых, пилоны. Враг замечательно. Познает нашу ярость. Хорошо. Я не
Замечательно. Что мне нужно? Мне нужен роботик, кстати говоря. Не уверен, что он будет хорошо работать, но окей. У нас куча всего. Так, мне нужно также, чтобы ты построил здесь защитные везычи. Замечательно. Мирал у нас добывается просто хорошо. Так что я думаю, что особых проблем с этим мы не испытываем. И все классно. Не жалко этих ребят. Они не очень-то понимают, на что они идут. Эй, бедный Зилат. Ей, отбегай. И должен визжать. Отлично, выжил, замечательно. А подбегаем, восстанавливаем щиты Зилка. Чем бы нет? Чем бы нет? И... Не хватает минералов. Замечательно. Меня, в принципе, все устраивает. Туман рассеивается. Самое время разделаться с моими врагами. Согласен, да. Пустота. Давайте в первую очередь мы пойдем вот сюда, убьем материнский корабль, и будет все нам радость. Я думаю, что мы сделаем миссию довольно-таки быстро, если все будет хорошо. А что у нас здесь есть? Узри силу избранных. Ты прям так хочешь, чтобы я узрел силу избранных? Голос затми. Эрар. К нашему Нексусу направляются корабли Долдаримов. Сбить их! По центру, да? Ой, кажется, материнский корабль случайно умирает. Мы уничтожили материнский корабль Долдаримов. Прекрасно. Остался только один. Что ты предложишь? А мы еще сюда возьмем парочку ребят, моих друзей. Хотя, знаете, отойдем-ка вот сюда. Зачем нам лишний раз париться с этим делом? А теперь можно и встречаться. Замечательно, минус призма. Все. Это все, на что вы способны, ребят. Я думал, что вы веселее. Разумно. Окей. Раз вы настолько не весело, ну что же сделаешь? Так, у нас как-то маловато минералов на самом деле. Пустота. Откуда нам нужно начинать? Холодно. Отсюда, да? Замечательно. Почему бы нет? Секаемся. Близится наш час. Мы крадущиеся тени. Очень так, разумно. Уничтожаем. Весь воздух, который может нам противостоять. Великолепно. Можно было бы занять, конечно, вторую базу, но думаю, сейчас мы лучом долбанем вот этой материнки. Будет нам счастье. Кузнец, весь Саларит теперь у тебя. Благодарю, Иерарх. Я содрогаюсь от мысли о том, что они собирались сделать с этим Саларитом. Я тоже. Заманчиво. Но, по крайней мере, точно ничего хорошего. Так, что у нас здесь? Здесь можно сделать улучшение. Отлично. Делаем чуть-чуть улучшение для воздуха, раз мы идем через воздух в том числе. Вот у нас колосик первый выходит. Также давайте мы... разложим одну из наших веселых подружек. Подварпим сюда, кстати, вот отсюда. Больше пилонов, еще больше пилонов, серьезно? Куда вам столько пилонов, ребята? Да вам столько пилонов. Ну окей, раз вы хотите, давайте мы это сделаем. Так, тогда включаем обычный режим. Идем наверх по-бырому. Уничтожаем гибрида. Замечательно. Очень разумно. Телепортируемся под авианосца.
Уничтожаем его фигам. У нас сейчас бессмертные сталкеры немножечко. Самый малость. Замечательно. Знай ты, Аларака, лучше. Не стал бы ему помогать. О, какая славная смерть. Ты хорошо потрудился, чтобы услужить мне, Арканис. Надеюсь, что так. Ты чувствуешь? Это Тирозин. Жаль, что у тебя не будет времени им насладиться. Армия Амуна идет за тобой. Хорошо. Ради возмездия. Ну что ж, вынесли полностью базу. В принципе, мы можем... Я не буду слушать тебя. Дойти, я думаю. Очень до сюда. Разумно. Давайте попробуем сразу же. О, прям на пилоне, смотрите, появились ребята. Вераку. Замечательно, конечно. Хорошо. Так, а сюда у нас, получается, такой воздух долетит, я... кстати говоря. Голос отменения. Так, что у нас здесь? Здесь грейды делаются. Есть роботикс, все нормально. Нам нужно больше воздуха. Мы едины с теми. И нам нужно как-то вот сюда проходить, я так понимаю. Мы крадущиеся тени. Поставим еще один пилон. Вместе с ним поставим еще юнитов. Замечательно. Супер, у нас еще и скорость буст сразу дали с пилона. Буст продолжается, что самое смешное, еще после выхода с пилона. Круто просто. Наш пилон атакован. Улучшение завершено. Так, ну, вроде они должны, по идее, справиться со всем этим. Но лучше, на самом деле, нас как-то туда переместить. Ладно, я думаю, они справятся. Я сердце тьмы. Улучшение завершено. Замечательно. База атакована. Давайте как-то подниматься вверх. Сделаем вот так. Замечательно. И уничтожаем. Здесь все и вся. Эй. Фотоночки минус. Минус эта гадость. Замечательно. Станешь против Бога? База атакована. Аларак, ты идешь навстречу смерти. Темный Бог уничтожит тебя. Я по горло насытился его ложью. Что теперь? Эти предатели не были частью ритуала, но обязательно помогли бы Малашу. И мне хотелось, чтобы они умерли. Час пробил. Малаш, слушай меня. Я вызываю тебя на Ракшир. Сразись со мной, согласно нашим законам. Или умри, как трус. Мы сойдемся в битве на заре. Я отвечу на твой вызов. Ну что ж, мои дорогие друзья, как-то вот так вот. Ну, на самом деле, было довольно легко, если честно, выполнять, например, ачивки и... зарабатывать нам с вами Соларис, точнее Соларит, поэтому все нормально. Ладно, всем спасибо, всем удачи и пока-пока.